Не до жиру. Россия массово отказывается от новогодних корпоративов. О том, что сейчас не время для развлечений, заявили сами жители городов. Решение населения поддержали региональные и муниципальные власти. Теперь и бизнес-сообщество признало развлечения несвоевременными. Кроме того, организации стремятся сократить расходы на фоне неопределенности. Две трети компаний, планировавших новогодние праздники для сотрудников и клиентов, решили не проводить их, пишет «Коммерсант». Обычно почти все кафе и рестораны на новогодние праздники забронированы уже в октябре, но в этом году лишь 40%. Это ожидаемо снизит доходы площадок общепита и отелей, а также артистов и музыкантов.